У нас сегодня семейное мероприятие. Оп, это мои коньки. Мы будем кататься. Запрещается находиться на лодке в непризнанном состоянии. Приносить с собой и раздевать спиртные. Ходить на лодку можно? А младшая вон там! Молодец! Не, я так не умею! Я потихоньку! Я вот здесь дружу! Не так уж это и легко, но уже получается. Так, моя семья где-то там, где-то там. И дочки там, и муж там, а я вот тут. Ну, интересненько, но опасно. Вот они, мои дети. Мама отстает от них. Ну, мама постарше. Ну, здорово. Все равно интересно. Получается лучше, но от стеночки я далеко не отхожу. Ну, побыстрее. Вот так хорошо. Ну, я думаю, научусь к концу сеанса. Ну, дочь, конечно, фигуристка. Раз и поехал. Что не скажешь о маме. Что, мое катание закончилось? Хватит мне на сегодня. Мне вот так комфортнее. Но не мое. Да, тут, конечно, получаешь кайф, когда ты умеешь кататься. Вот дети поехали. Мои дети вот где-то там катаются. У них это получается славненько, а это не мое. Поэтому, чтобы не травмироваться, а травмироваться тут можно вообще запросто, легко. Ну, я тут уже упала, попа нормальная, рука чуть-чуть, побаливает. Ну, вон младшая дочь, она уверенно стоит на коньках. Вон, курточки такой зелененькая, поехала. Вот это моя красотка. Ну, это ее стихия, она у нас шустрик-быстрик, а мама, не мое. Поэтому, чтобы мне не травмироваться, остаться целой, невредимой, я все-таки вышла. Достаточно опыта. Так что, дорогие друзья, вообще круто, интересно, очень, люди катаются, здорово. Все надо попробовать, я попробовала, хватит с меня. Все, я тут полюбуюсь на своих детей. Ледовый дворец, называется Наследие, и стоит он у нас в уютном. Дети мои уже много раз ходили, а мы полностью всей семьей только вот выбрались. Ну, в общем, очень интересно. Пользуются спросом, здесь занимаются дети фигурным катанием и хоккеем. И вот можно по выходным, там какие-то дни специальные. Кататься, кто хочет, тот катается. Вот мы тоже решили. Все, я попробовала, с меня хватит. Дети вон катаются. Моя фигуристка.